Шахта Ленина будет стоять до конца. Ждем самого Лакшми Миттала. Ждем руководства. До конца, Шахте, до конца! Требований немало, скажем, но основные – это поднятие 100% тарифной ставки, а потом пенсия в 50 лет, это больничный лист оплачиваемый 100%. В шахту я звонил, разговаривал с бригадирами, с ребятами, которые в шахте. Они сказали, мы не выйдем, пока не будет какого-то решения. То есть, сколько это, сутки, двое, трое затянется, мы не знаем. Как бы тормозками их обеспечиваем, покушать, воду мы им в шахту спускаем. С руководством компании, я сказал, местного акимата, инспекции труда, в том числе... Бригадиры шахт спустились вместе для разъяснительной работы, для переговорного процесса. Если они там внизу не договорятся, ваши мужья, отцы, братья, они не поднимутся на поверхность. То есть... Зашли,